Итак, доброе утро, 29 апреля. Я еду на... Опять возвращаюсь. Вот Treasure Island. Вот, только что ехала на остров Сокровищ. Я опять перепутала все. Я думала, что Сан-Пит находится на Treasure Island. На самом деле остров так и называется. Сан-Пит Бич. Ну, как всегда. Надо мне перестроиться на другую линию. Так, и вот это вот я еду по острову. Не видно здесь. Ладно. Сейчас буду где-то останавливаться по всей дороге. Я вчера вечером ехала поздно ночью. Ну, в общем, вчера вечером я ехала поздно по этой дороге и снимала. Конечно, ночью совершенно другой вид. Ночью я ехала, как будто я еду совершенно по незнакомому какому-то месту. Вообще ничего не узнавала. Ехала как на ощупь. Ну вот сейчас, слава богу, я опять все узнаю, потому что светло. Солнышко пробивается. С утра было утро хмурое. Вот сейчас немножко солнышко пробилось сквозь тучки. И путешествие мое двухдневное продолжается. Вчера, сегодня... Вчера мы с девчонками были в Тампе. Там есть Busch Garden. Это громадный парк аттракционов. И там же зоопарк, где животные гуляют и живут на свободе. И отделены от людей либо рвами с водой, либо стеклом. Едем дальше. Волгин. А вот мне нужен был Волгин. Сейчас я зайду, куплю себе кабельки в глазки. У меня что-то... Я не выспалась, и у меня глаза немножко это как бы... Немножко глазки у меня... Надо их подлечить чуть-чуть. Надо убрать вот эту штучку, мой GPS-ик, на всякий случай. Все, выключаю фары. Идем в магазин. Это Walgreens, я еще, по-моему, ни разу Walgreens не показывала нигде. Walgreens это в основном аптека. То есть это не аптека, не в основном, конечно, это магазин, где можно купить очень многое, всякое разное. В основном, конечно, косметики очень много. Какие-то продукты, тут такая небольшая группа продуктов. Но в основном, конечно, я знаю, я разговаривала с девочкой, которая менеджером работает в Walgreens. И, конечно, процентов 80 прибыли идет в аптеке. А все остальное так, лишь бы завлечь. Собственно, так оно и делается. Вот это вот Walgreens. Как я говорила, на каждом углу, на каждом повороте по всей Америке. Везде. Везде есть Walgreens. Так. Не знаю, как он здесь большой или нет. А, тут даже Walgreens весь. Ух ты, тут даже очень много товаров для туристов. У нас такого, конечно, туриста. Ну, потому что туристическая зона. И Walgreens очень маленький, конечно. У нас побольше. Ладно, сейчас я пойду. Ой, какой он неуютный. Неуютный, потому что очень узкие эти. Нет, Walgreens совершенно другие у нас там. Ну ладно, не будем придираться. Не буду придираться. Вон она. Я. Итак, тут где-то должны быть капельки для глаз. Так, тут брать. Ага. Beauty tools. Так, маникюр нам. Мне туда не надо. Косметика мне не нужна. Так, где eye care? Полоскатели всякие для зубов, для рта, вернее.
Так, first aid, первая помощь. Так, а где же I? I. Где же I? Sleep. Так, тут продукты уже пошли. Ничего не поняла. О, какой забитый магазин, очень, конечно, всего много. Может быть, здесь. Так, я ищу капли для глаз. Но пока я ничего не вижу. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Нет, слабительные тоже мне не нужны. Ладно, наверное, здесь где-то. Кларитин. Термометр вот для лялечек. Не знаю, правда, как он работает, куда его вставлять. Так, ну где капли в глаз? Вот они. Вот они, капли в глаза. Визин. Что же мне взять? Ладно, сейчас буду выбирать. Тут и фото, тут и все, что угодно. Все, до свидания. До свидания, до новых встреч.